И снова здрасте, мы добрались до самых-самых. Киев — это не только родина слонов, котлет и тортов. Это еще и город, подаривший нам трех прекрасных фриков — Антона, Костю и Никиту. Вместе они — Quest Pistols. К каверам пистолет имеет самое непосредственное отношение. Они у нас чуть ли не единственный пример того, как группа раскрутилась на кавере. 100% Quest Pistols — это невероятно удачный проект, который при минимальном вложении денег сразу после первой же кавер-версии, да еще не на свою песню, стал приносить относительно крупные залы в городе Москве. В апреле 2007-го ребята выступали в программе украинского телевидения «Шанс» с кавером на песню группы Shocking Blue «Long and Lonesome Road». Они сразу захватили все чарты, эфиры и наши сердца. Ну, про Shocking Blue у нас вообще мало кто помнит, но разве что про Шизгару. Поэтому многие, наверное, даже и не поняли, что «Я устал» — это кавер. С другой стороны, ладно, главное, что получилось у ребят неплохо. И главное, они ни от кого не скрывали, откуда ноги растут. Так что все было честно и со вкусом. Мне понравилось. Правда, я после этой песни обратила внимание на группу Quest Pistols и думаю, вот... Молодцы, могут постебаться, чуваки. Не просто, знаете, выйти вот такие мы все гламурные, красивые, красавчики. А вышли, постебались. Я им за их тонкие ножки готова простить любые песни. Мне кажется, что подкупает прежде всего в творчестве группы Quest Pistols караоке-культура, которая очень сильно развита в нашей стране, где каждый может за микрофоном почувствовать себя Лайзой Минелли, Аллой Пугачевой или тем же самым Ильей Лагутенко. Группа Quest Pistols показывает, как подходить к процессу караоке правильно. Не случайно она выступает сейчас в элитных московских караоке-барах перед Дашей Жуковой и прочими замечательными людьми. Вторым кавером квесты тоже отличились. Они перепели сумасшедший интернет-хит «Белая стрекоза любви». Песню написал и первым исполнил юное дарование из Дубны Николай Воронов. Кто-то выложил любительское видео с его выступлением в интернет. Интернет забурлил. Белая стрекоза любви, стрекоза в пути. Белая стрекоза любви, стрекоза лети. Пистолетам песня понравилась. Они взяли, да и пригласили Колю в Киев. И не только записали чудесный кавер на «Стрекозу», но и дружат теперь с семьями. Кстати, кавер получился, что надо, совсем не хуже оригинала. Это точно. Я помню первоисточник, соответственно, в интернете он появился, но мне кажется, то, что они пригласили его в свой клип, это некий такой компромисс, что мы не совсем все содрали и не все вот мы там переиграли и хотим сейчас выехать на чужой славе, а то вот, пожалуйста, вот вам Воронов, вот мы... У нас чудесный, прекрасный дуэт «Любите нас», но ведь полюбили же их. За феерический каверный старт группа Quest Pistols сегодня на первом месте нашего хит-парада «Королей каверов».